Друзья, пока мы не начали, у нас небольшое объявление. С этого момента мы начинаем активно вести наш телеграм-канал, где будем анонсировать все премьеры, разбирать новости и рассказывать о следующих выпусках. Ссылка на канал в закрепленном комментарии. Будем рады вас видеть! Споры об «Аватаре» от Netflix не утихают до сих пор. Одним он понравился и заставил поностальгировать, другие ругают адаптацию буквально за все, а третьи вообще считают его лучшим фэнтези-сериалом последних лет. При этом большинство соглашается, что проект хоть и получился не идеальным, но сумел сохранить главные черты оригинала. Однако изменения некоторых сюжетных линий, ввод новых персонажей раньше времени и критика выбора отдельных актеров сейчас являются главной головной болью создателей. Сегодня мы обсудим основные отличия первого сезона, возможные рекламы, каст, Азулы и Сокки, а также планы на продолжение и анимационные фильмы. Устраивайтесь поудобнее, потому что будет жарко. Начнем с интервью шоураннера проекта Альберта Кима. На днях он ответил журналистам на главный вопрос: как в сериале учитывались другие сезоны оригинального мультсериала? Потому что поклонники сразу же обратили внимание, что повествование хоть и сохраняет общую канву, но при этом содержит значительные отличия. Версия «Аватара» от Nickelodeon длилась 3 сезона. Альберт Ким подробно рассказал, как его команда работала над их адаптаций. Основной задачей было не отпускать историю дальше первого сезона мультсериала и постараться сохранить ее как есть. Но при этом сценарий сознательно заимствовал элементы более поздних сезонов оригинала, чтобы сделать сюжет насыщенней. Особенно важным было добавить в первый сезон преждевременное представление Азулы. Ранее она не играла никакой роли в действиях, связанных с путешествием Аанга в Северное племя воды. Представляя Азулу в исполнении Элизабет Ю раньше, чем это было в оригинале, позволяет повысить ее значимость для сюжета. Ее способности к магии огня представляют серьезную опасность для Аанга, и с точки зрения истории это неплохое решение дать Азуле большую роль на раннем этапе. Она гораздо более сильный противник по сравнению с адмиралом Джао. Из-за повседневной рутины у многих из нас часто не получается насладиться последними новинками киноиндустрии. Особенно хорошо это понимают студенты, которым постоянно приходится писать рефераты, курсовые и дипломы. К счастью, они всегда могут получить помощь на сервисе Work5, который помогает с написанием любых студенческих работ. Он всегда радует пользователей короткими сроками выполнения заказов и низкими ценами. Более 1,5 миллиона студентов уже убедились в этом. Оформить заказ на сайте очень просто. Нужно только заполнить короткую форму с требованиями. После этого вы сразу же увидите стоимость заказа, а менеджер сервиса подберет для вас опытного специалиста с обширными познаниями в нужной теме. Он окажет вам всю необходимую помощь, чтобы вы точно получили хорошую оценку. В случае, если у преподавателя появятся правки, специалисты Work5 бесплатно внесут их и доведут работу до самого конца. Переходите по ссылке в описании или QR-коду на экране и оформляйте заказ с промокодом NESPOILER14. Он позволит вам получить скидку 10% на любую помощь от Work5. Достигайте целей в учебе с помощью настоящих специалистов. Он представлен скорее как властолюбивый злодей, с которым Аанг легко расправляется в состоянии аватара, и его же побеждает Зуко в Агни Кай. Изображая Азулу как главного антагониста на заднем плане, делает ее более угрожающей по ходу повествования. К тому же в мультсериале часто упоминалось о том, что она, как и Зуко, столкнулась с травмой в их семье. Однако ни разу не затрагивалась причина столь значимых различий в характерах двух детей, помимо ее значительно превосходящих навыков магии огня. У Netflix есть возможность погрузиться в этот вопрос, чтобы рассказать нам чуть больше. Если ее жестокость является результатом травмы, сериал может представить ее как более симпатичного персонажа, что придаст ее финалу гораздо больший вес. Но, как мы знаем, существенную порцию критики авторы сериала получили именно за каст Элизабет Ю на роль Азулы. И причина довольно проста. Она ощутимо отличается от образа своей героини из мультсериала. Возможно, для новых зрителей это осталось незамеченным, но большая часть поклонников уже бросили камень в огород создателей. Отсюда и поползли слухи, что во втором сезоне актрису сменят на, скажем так, более подходящую. Подобные случаи уже бывали и не раз. Вспомнить ту же «Игру престолов», когда заменили Дариона Харриса в 4-м сезоне. Правда, причины там были совсем другие, но факт остается фактом. Однако продюсеры «Аватара» уже намекнули, что никаких перестановок актерского состава не планируется. То же касается и Сокки, который отличается от своего анимационного героя. Актер Иэн Аусли рассказал, что сериал намеренно смягчил остроту шуток персонажа, чтобы избежать сексизма. Речь о том, что герои пренебрежительно относятся к магам-женщинам и считают, что мужчины лучше охотятся и сражаются. Хотя эти предубеждения позже фактически меняются в сериале, авторы решили, что это вызовет ненужные проблемы. В целом понять их можно, однако
Асока была сердцем острого юмора и подросткового максимализма в мультсериале. Возможно, что именно этого не хватает персонажу в адаптации, отчего он и воспринимается поклонниками совершенно иначе. Однако тут проблема все-таки не в самом актере. Иэн Аусли явно старается выдать хорошую игру, но против сценария не попрешь, поэтому остается надеяться на работу над ошибками в продолжении. Альберт Ким также отметил, что в идеале «Аватар» от Netflix будет состоять из 3 сезонов. Это не только будет соответствовать мультсериалу, но и даст возможность воспроизвести центральную структуру повествования. Анимационный сериал делит 3 сезона на 3 книги, каждая из которых посвящена определенному элементу – воде, земле и огню. Эта простая, но понятная структура хорошо объясняет главную идею каждого сезона. Однако Netflix уже отошли от канона. Большинство изменений в оригинальной истории «Аватара» встречаются в последних 2 эпизодах. Хотя общие черты остаются прежними, некоторые элементы добавляются, удаляются или изменяются для дополнительного драматического эффекта. Одно из таких изменений стало шоком для многих поклонников оригинала. Душераздирающая жертва Момо, принесенная во время битвы Северного племени воды, стала, мягко говоря, неожиданностью. Компаньон команды «Аватара», которого поклонники знают и любят, и без того заметно реже присутствовал в сериале. На первый взгляд эта жертва может показаться излишне мрачным и ненужным изменением оригинальной истории, но на самом деле это разумный способ для сценаристов показать воскрешающие способности лунного духа. Без смертельной травмы Момо и последующего исцеления сюжетная линия с воскрешением в дальнейшем могла бы показаться слишком отстраненной для новых зрителей. Поэтому с этой точки зрения изменение было вполне уместным. «Аватар» завершается достаточно эпически, когда Аангу было поручено предотвратить осаду нации огня. К концу решающей битвы разрушения коснулись обоих сторон войны, вместе с которыми погиб адмирал Джао, и его смерть также была изменена Netflix. В обеих версиях смерть лунного духа заставляет Аанга объединить силы с духом океана, который использует силу первого, чтобы создать гигантского монстра для мести. Однако в оригинале дух океана специально ищет Джао, хватая его и утаскивая под волны, оставляя его судьбу неизвестной долгое время. В дальнейшем было показано, что Джао был унесен в туман потерянных душ и вынужден доживать свои дни, заново переживая самые мрачные воспоминания. В адаптации Netflix смерть Джао показана иначе и, скорее всего, является окончательной. А значит, туманную долину духов авторы стараются избегать всеми способами, хотя эта сюжетная линия в мультсериале имела важное место. По сравнению с оригинальным мультсериалом также внесено существенное изменение, касающееся обучения Аанга магии воды. К моменту окончания 1 сезона он не выучил ни одного приема. В мультсериале в первых эпизодах дебютного сезона Катара уже обучала Аанга движениям, которые она сама выучила. В этих сценах, в сочетании с приемами из свитка магии воды, он набрался опыта прежде, чем учиться у мастера Паку из Северного племени воды. Однако в версии Netflix на протяжении всего 1 сезона Аанг использует воду только в состоянии аватара. Поэтому 2 сезон должен исправить этот момент, а значит, что авторы могут совершить прыжок во времени. На обучение нужно время, но учитывая темп сериала, его просто нет. Поэтому освоение магии воды может пройти за кадром между 1 и 2 сезонами. В пользу этого говорит и тот факт, что Аанг должен научиться магии земли во 2 сезоне. Катара теперь является мастером магии воды, а Сокка предлагает вернуться в Амашу. Значит, в продолжении Аанг должен стать мастером 3 стихий – воздуха, воды и земли. Однако возвращение в Амашу не будет приятным, ведь в конце 1 сезона выясняется, что Азула захватила город. Это, кстати, не только обуславливает необходимость освобождения города и царя Буми, но и демонстрирует роль, которую Азула сыграет в качестве главного антагониста. Что касается Зуко и Айро, то их действия против адмирала Джао и магов огня сделали их беженцами. 2 сезон, безусловно, раскроет, что с ними произошло дальше, потому что эта история одна из самых захватывающих в мультсериале. Несмотря на то, что сериал получил от критиков неоднозначные отзывы, зрители в большинстве остались довольны. Для нас это значит, что 2 сезону точно быть. Вопрос только в сроках. Скорее всего, продолжение можно ожидать только в 2026 году. Но и до этого момента поклонникам будет чем заняться. Создатели мультсериала Брайан Конецко и Майкл Демартино прямо сейчас усердно работают над новой серией фильмов-сиквелов. Они будут посвящены персонажам оригинала и продолжат их сюжетные линии. Но кроме того, авторы трудятся и над несколькими другими проектами в рамках франшизы. Новые фильмы об «Аватаре» будут целым анимационным сериалом, который покажут в кинотеатрах. Проекты расскажут о том, как повзрослевшие герои перемещаются по миру, постепенно заполняя пробелы в том, что произошло между легендой об Аанге и легендой о Корре. Первый полнометражный мультфильм об «Аватаре» выйдет в октябре 2025-го и станет прямым продолжением одноименного мультсериала. Режиссером станет Лорен Монтгомери, работавшая над оригиналом, а также над анимационной вселенной DC. Интересно, что принц Зуко, судя по всему, тоже получит свой собственный анимационный фильм. Правда, на данный момент не ясно, как он будет связан
связан с фильмом о взрослом Аанге и компании. Изначальный выход сольника «Принца Зука» запланирован на 26-й год, и пока что эта дата не перенесена. Также ходили слухи, что в разработке находится проект о земном аватаре, который последовал за Аангом и Корой. Действия сериала должны происходить через 100 лет после «Легенды о Коре» в гораздо более современной версии мира. Выход был запланирован на 25-й год, однако проект до сих пор находится в разработке и не получил зеленый свет на производство. Как видите, поклонников франшизы ожидает несколько проектов по любимой вселенной в ближайшие годы. Никто не сомневается, что Netflix продлит свою адаптацию на второй сезон, а фанатов оригинального «Аватара» ждут новые анимационные фильмы от отцов-основателей. Предлагаем обсудить в комментариях, какие сюжетные отличия вы нашли в проекте от Netflix. Планируете ли смотреть второй сезон или дождетесь выхода анимационных фильмов? Обязательно поделитесь своим мнением. Ну а на сегодня это все, друзья. Увидимся совсем скоро!